очень несложными действиями мы получили 4 миллилитра продукта. Вот этот шприц. Посмотрите. 4 миллилитра. Конкретных дозировок, как нам сказали, нет. Поэтому мы будем методом опыта, так сказать, искать свою золотую середину. Ну, для начала попробуем залить соотношение 1 мл продукта на 10 литров топлива АИ-92 заправки «Газпром нефть». Как было сказано ранее, средний расход 7 вот 7 литров, показывает бортовой компьютер. Замеры ЦО ранее были сделаны. Сейчас еще раз проверим. Ага, 8 литров показывает компьютер. Вроде бы стоим ровно. Значит, нам нужно добавить 32 литра. Пробуем. Встаем в очередь.